Всем привет! Сегодня у нас будет обзор растения под названием Peppermint. Сегодня будет проходить испытание в локации Neon Mixtape Tour. Единственное, надо сейчас выбрать какие-то уровни, такие спокойные, без никаких условий. И чтобы у нас был список вооружений, то что мы выберем, а не то что нам игра предложит, тоже очень важно. Ну что ж, вот собственно зомби на экране, особо каких-то сложностей не возникнет, наверное. Ну, возможно, панк, и то, я думаю, что все-таки у нас оружие очень сильное, поэтому не думаю даже, что панк что-то нам может сделать. А вот собственно и Peppermint, он на экране, и он сочетается с такими растениями, как Fire Pea Shooter и Ghost Pepper. Я думаю, что два растения одновременно мы брать не будем, остановимся на огненном горохе. Ну, в общем-то, посмотрим. Пока что первый уровень мы точно пройдем только лишь с огненным горохом. Подбираем список вооружений на этот уровень. Смотрим, что надо взять. Ну, конечно же, в первую очередь, чтобы не забыть, это Peppermint. Он уже на экране. Также возьмем Стелия, это такой как парфюм, уж очень мне это растение в последнее время нравится. Отличное вооружение, объемным действием у нее такой как эффект на зомби происходит, она затормаживает их, и вообще в первый момент она их как отбрасывает назад. Очень выручает, то есть там, по-моему, две или три линии, если зомби идут прямо потоком, может их откинуть чуть в сторону назад, а потом уже они будут какое-то время к нам идти очень неспешно. Также взяли огненный горох, также бомба картофель, лунный цветок. Что-то надо еще подобрать такое. У нас три растения, уже два. Мы еще взяли Solar Tomato. Тоже это из последних вооружений. И пришлось это растение ко двору. Взяли лук, который немножко затормаживает. Ну, он как парализует на какое-то время. Ну и у нас остался последний выбор, давайте возьмем Cherry Bomb. Это бомба вишня, давно мы ее не брали. В общем-то, очень рядовое растение, как просто обычная бомба, действует объемным эффектом 3D, там, по-моему, три линии берет сразу и может покрыть большую зону. Вот, собственно, и все. Лунный цветок я, конечно же, взял, но брал я его для Shadow Pea Shooter. Мне вот подсказали, что я не по назначению его использовал совсем, так как это растение сочетается лучше всего с лунным цветком. Но, в общем-то, в следующем уровне, если я не забуду, мы обязательно опять возьмем этот Shadow Pea Shooter и лунный цветок. Зомби уже к нам идут. Ставим сейчас парфюм. И этот парфюм отталкивает зомби одного, правда, назад. Ну и пока у нас такая как пауза, мы можем сфокусировать свое внимание на высадку растений. Самое главное, посадить достаточно лунных цветков, чтобы у нас не было никаких вопросов с деньгами. А тоже как вариант, кстати, лунный цветок, я говорил, что вот гриб очень хорошее средство, в принципе так оно и есть. Но и лунный цветок тоже, можно сказать, очень неплохой вариант. Он стоит 25 монет, но у него есть обязательное требование, его надо ставить как минимум 4 куста, чтобы он таким стал фиолетовым оттенком. И это говорит о том, что он дает побольше денег. Ну, а так, конечно, без фиолетового оттенка будет давать меньше денег, и это нам никак не поможет. Мы уже практически высадили 2 ряда лунных цветков, и с деньгами у нас все нормально. Да, и у нас растения очень, я бы сказал, бюджетные. Самое дорогое растение это Горохострел огненный, он уже на экране работает активно. По зомби и без шансов. Очень мощное растение, даже таким как синим оттенком. Но это еще стоит учитывать, что тоже это растение прокачано до 10 уровня, поэтому у него очень сильный эффект. Так, конечно, было бы немножко послабее. И вот этот Peppermint, мы его задействовали. Все линии покрылись огненными дорожками, что в принципе и помогло нам очистить все поле, правда, на какое-то время. Зомби опять к нам идут, это уже как финальная волна, в основном преобладают панки. Но даже и панки никак не могут дойти даже до середины поля. Никаких у нас проблем в этом уровне не было, да и не могло быть, потому что оружие очень сильное.
Peppermint, это у нас, могу ошибаться, но предположу, что это премиум растение. Скорее всего, так оно и есть, потому что мы прошли все локации, в основном все растения появляются в локациях, а то, что позже, ну, можно предположить, что это, скорее всего, премиум растение. Бывают, конечно, какие-то вооружения мы получаем в бонусных уровнях, но я сейчас даже уже не припомню. Ghost Pepper, по-моему, мы получили. Это у нас было посвящено действие, кажется, День Святого... Нет, не День Святого Валентина, а Хэллоуин. День Святого Валентина, там, по-моему, любовный финик. Вот так, скорее всего, что было. Ну, а мы-то, как бы там ни было, сейчас переходим дальше и подбираем вооружение на уровень. У нас тут будет мини-босс. Взяли опять огненный горохострел. Бомба-картофель. Конечно же, сейчас возьмем Peppermint. Без него никак. Ну, думаю, что еще одно растение, Ghost Pepper, мы брать не будем, которое сочетается с Peppermint. Я думаю, что и так эффект на зомби будет устрашающим без Peppermint. Поэтому обойдемся без этого вооружения. Что сейчас главное не забыть, это Shadow P-Shooter взять, чтобы исправить ошибку предыдущего уровня, предыдущего видео точнее. Потому что я тут не совсем по назначению его использовал. По сути, очень рядовые значения получились для Shadow P-Shooter. В принципе, он и стоит 125 монет. Вроде как бы и не дорого, но все равно. Все-таки растения в платном списке, поэтому должен быть какой-то эффект получше. Ну, сейчас это посмотрим. Все то же самое, единственное, мы захватили Shadow P-Shooter, чтобы его вместе соединить с лунным цветком и получился такой убойный тандем. Вот сейчас мы этим и будем заниматься. Возможно, Shadow P-Shooter мы во всех линиях даже ставить не будем. Сделаем так, часть поставим Fire P-Shooter, огненный горохострел, а часть этот теневой горохострел, в общем, будет 50 на 50, чтобы убить двух зайцев, потому что садить как один ряд одного цветка, другого цветка, я думаю, что нет смысла. Можно, в принципе, и так сделать, у нас с деньгами все будет отлично, уже 4 цветка есть лунного, и он уже будет давать нам большое количество денег. Первые к нам зомби пошли, я тут сверху поставил и Shadow P-Shooter, и Fire P-Shooter, ну и сейчас будем заниматься обустройством низа, тоже будем там ставить активно вооружение. Зомби уже активно пошли, есть зомби с микрофоном, вот это уже очень опасный противник, он все подметает как пылесос. Это такой был самый мой нелюбимый противник в локации Неомник Скриптора. В принципе, он сейчас и остается. Если он близко подходит к вооружениям, то от них ничего не остается. Но к нам, по идее, они не должны доходить. И вот обратите внимание на Shadow P-Shooter. Он как, не знаю, стреляет типа лазером, что-то такое. И эффект действительно убойный. Сказать, что и Fire P-Shooter ничем не отличается по действию. Все растения друг друга дополняют, и как-то зомби особо никаких шансов не предоставляется, чтобы как-то подойти к нам. Вот единственное, что выкинул зомби мини-босс мелкого гоблина, мы его быстро сейчас убрали, точнее это теневой горохострел, и еще задействовали Peppermint. Ну, кстати, Peppermint можно было бы взять с имитатором, но я думаю, что и так видно наглядно, как он действует, и одного раза достаточно для того, чтобы полностью поменять ситуацию на поле. Ну вот, собственно, и все. Там кто-то еще остается, парочку зомби мы быстро оприходуем. Я тут поставил, конечно, парфюм, очень зря, потому что парфюм его толкнул назад. Сейчас будем ждать, пока он к нам опять подойдет, зомби, но уже в немножко заторможенном темпе, потому что этот вот парфюм, он как немножко затуманивает разум зомби, они идут очень и очень неспешно. Ну и вот так вот прошли и эту миссию. Могу сказать, что Peppermint отличное растение, как дополнение для огненного горохострела или Ghost Pepper. В
принципе, растение как вариант тоже к нам очень подойдет в будущих каких-то уровнях. Ну вот, в принципе, и все. Дальше проходить не будем. Все, что хотел, показал. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.